Мечты юных жителей Хабаровского края и семей в трудной жизненной ситуации исполнят зампреды регионального правительства. К ежегодной акции «Елка желаний» уже присоединился Михаил Дегтярев. Он исполнит мечту 12-летнего Валерия Вовкуна, которую вытянул на федеральной акции в Москве. Эстафету губернатора приняли в краевом правительстве. Всегда очень приятно получать подарки, но намного приятнее их дарить. Я с большим удовольствием принимаю эстафету Михаила Владимировича. Так, кто тут у нас? Альбина Дружинина мечтает о ноутбуке. Альбина, мы с большим удовольствием исполним твое желание. Первый заместитель председателя краевого правительства Мария Авилова исполнит мечту Екатерины Колесниченко. Девочка получит планшет. Ноутбуки двум юным жительницам края подарят зампред по строительству Кирим Сунгуров и по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров. Заместитель председателя правительства по инфраструктуре Роман Мирошин вручит электромобиль трехлетнему Георгию Подгорному. В ближайшее время к движению присоединятся краевые министры и главы муниципальных образований. Хабаровский край ежегодно участвует в «Елке желаний». В прошлом году подарки получили больше сотни юных жителей.